Добрый вам всем вечер, друзья, уважаемые друзья, подписчики, все неравнодушные люди. Жуля сейчас в данный момент, да, у меня в машине, мы будем обрабатывать ее пролежень. Ну, то есть объем уже. Все, Жулечка, Жулечка, больно, зайка, больно, больно, моя девочка. То есть объем пролежни, он уже такой вот. Да, хорошего мало, и все это развелось очень быстро. Вот. Завтра я отвезу ее, конечно, к ветеринару. Вот. Может, как-то можно, я читала в интернете, срезать эти места. Для тех, кто не знает, Жуля у нас собака-инвалид. Я очень долгое время боролась за ее лапки, чтобы восстановить их. Вот. Мы дождались заветную коляску, но из-за того, что мне теперь приходится ездить к своим собакам через день, у Жули, так как я каждый божий день высцеживали ей ее мочевой пузырь, теперь, естественно, она сутки сидит без движений, вот, и мочится под себя, и вот буквально это все очень быстро у нас развилось. Лечение, я думаю, будет долгое. Вот, я завтра постараюсь связаться с какими-то ветеринарами еще на сайтах. Может, я читала, эти некротические пролежни как-то можно вырезать. Вот, я обращаюсь ко всем, что Жуле нужна финансовая помощь. Антибиотик, который я начала ей колоть, он стоит 1300, не считая всех мазей. Мази очень дорогие. Вот. Чемиспрей стоит 450 рублей и все остальное. То есть, ну, это, безусловно, дорогое лечение. Надо очень много хлоргексидина. Я обращаюсь к вам ко всем. Мы очень надеемся и ждем. Дайте, пожалуйста, Жуле второй шанс на жизнь, потому что, ну, эта собака как никто заслужила своего настоящего собачьего счастья. Спасибо вам всем.